Играть. Там надо было не Ну, я не проигрывать. Там уверен. были шансы не проигрывать. Мы же 3 плюс 1 играем, правильно? Да. F3 можно было, например, пойти, чтобы ходом. Сейчас. Ну, просто уже когда мало времени, то мне Ребята, давайте, начинается кто один считать не очень подписался? серьезно. 280 человек будет. Ох. Ничья в матче. Надо сейчас выиграть две партии, Ладно. там посмотреть, Смотрим. что будет дальше. О, конь пошел на другое место. До этого он ходил на Е2. Так, что там у нас сюда? Взятие. Давайте слон Е7 сыграем. Тут тоже есть взятия на Е6 разные. Поэтому надо быть аккуратней. Так, там теперь не будет взятия. Вроде Интерес, такого зевнет прям или нет? страшного, да? Ну, Что рокировка зевнет, потому дзевок. что надеемся, что не будет. Да, зевнула. Или что-то будет. Я ж правильно посчитал? Я это готовил, блин! Так. Ну, брать... Ой, брать надо. И И что? тут неважно, чем закрывается, я все равно бью слона. А-а-а. Теперь я не могу ладьей закрыться. Потому что он сюда И заберет. у меня просто две лишние пешки. И это Это будет просто плохо. разгром. Так. Ну, это понятно. Так, я осталась без двух Так, пешек. она ускоряться начала. Давайте поменяемся, наверное, я вот думаю. Главное, только ничего не зевнуть. А еще и ладья на седьмом ряду у нас стоит, что тоже очень плохо. И не подставить. Конь сюда вряд ли идет, потому что, ну, Так, давайте как-то нападем на слон слона. Е3 ответочка будет. А если я ушел, то что? Он ушел. А, Это была угроза ну, ладью допустим. забрать на d7, получить еще ладью. Две фигуры за ладью, на коня могу идти только на c5, но здесь тоже b4 сыграет, и b4 тоже плохо. Слушайте, давайте просто поиграем в шахматы. Ладейник с Ладья двумя не лишними окончание. пешками. Может, Так, это получится мы ничья. защитили. При том, что я сейчас влезу еще на вторую, Правда, на без седьмую, одной пешки точнее. можно пробовать сделать ничью, а без двух, мне Ну, кажется, что нельзя. он должен быть выигран. Что Ну, у меня делать? слишком много материала. Так, ну тут, конечно, никто не пустит. Это понятно. Марину. Ну, кстати, вот, например, я хочу просто опять сыграть. И посмотреть, что она будет делать. А если Развлекательная король уходит, позиция. Я то могу я к сюда ладье залезаю. сюда попадет. Я там начинаю отъедать. Но вперед. Да, попала ладья. Теперь у меня вот эту пешку съедят. Я в ответ ничего не съем. Сюда сыграют.
И я зеваю, да? Да шикарно просто. Ой. Чё я натворила? Туда, туда, просто туда. Дурдом. Так. Что хотят? А, сюда пойду. Надеюсь, поставят шаг. Так, ну это выиграно уже. Ну и ладья просто перекроется, да. Угу. Марин, ну правда, но... Так. Это выиграно. Тут зевнула на Е6. Так, 6-3. А это какая партия? Это 10-я, значит, еще 2 по 3 плюс 1, я так понимаю. Мила, sorry, I don't understand you. Please English. Это еще две партии 3 плюс 1 и две партии 3 плюс 0. О, 280 нас, огонь, спасибо. 3,5, 6,5, 9 партий. Раз, два, три. Ну, это жесть. Раз, два, три, четыре, раз, два. Ну, так, то есть... у нас еще, по-моему, 4. Ну, было... партии.